Учебный процесс остановили в школе номер 9 города Костанай. Там начался капитальный ремонт. На время его проведения учащихся, а это более 970 человек, распределили по двум соседним учебным заведениям. Так, учащиеся с нулевого по четвертый классы переведены в 11-ю школу и 5-11 класса в 22-ю школу. При этом в них перехода на трехсменку нет, отмечают специалисты профильного ведомства. В освободившемся здании после демонтажа приступят к замене коммуникаций, кровли, окон и санузлов. На все из областного бюджета выделили свыше 700 миллионов тенге. Капремонта в учебном заведении ожидали почти 40 лет. Много было сложностей. Крыша местами протекает, линолеум уже изношенный. Где-то прорвет вот эта батарея и так далее. По решению ГАСКа нам дали 1 февраля по 19 июля. 5 месяцев. Хотелось бы, конечно, 1 сентября новую школу зайти.